типа ты молодец. Да? Гляди в оба, Пирс. Он где-то близко. I was rightfully chillin', I was ill and had the feeling the brother was tired billin'. I was still feeling assorted of rigor mortis from the millers in the 40s. Bumpsin' in the shorties, I had all that in that. I'm nice, take a shower, get right, launch it tight. Hit the road, put it down, so then I roll up, oh, just how I roll up. I don't slow up, yo, it's here to go with that. Rotten, cruising, listening to old tapes, my old music. Hearing when the song play, reality hit all my history. Yo, I'm on the to the left. Хотят, чтобы я доставил тачку без единой царапинки. Если правильно выбрать маршрут, проблем возникнуть не должно. Thank you.
Он! Боже мой! 911, что случилось? Пожалуйста, алло, оставайтесь на линии. Покалечил человека, потому что тот мешал ему пройти. Посмотрим, что он скажет после встречи со мной. Thank you.
Надо пригнать тачку, только сильно не поцарапать. Если не высовываться, все будет нормально.
Обычная работа. Подогнать тачку в нужное место. Но что-то мне подсказывает, что тут все не так просто. Дайте ему прорваться. Эй,
что? Там нет. У меня глухо. Объект явно кому-то насолил, и конетелиться не станет. Ну и ладно, найдем и грохнем.
Умельцев варить эту дрянь не так много. Если Вайс-Ройс его покрывают, им же хуже будет. Надеюсь, его пример остудит возможных подражателей. Что за нахрен? А, черт, у кого оптика? Он здесь! Блин, живо все сюда! Чувствуешь? Это смерть твоя близость! Найти его! Да похер, не мое дело.
Эй, что это было? О! Блин. Тут должен быть выключатель, ну! Уходи, козла! Не вздумайте упустить его! Ну и где этот хрен? Не тормози! Внимательней! Блин, дурно! Черт! Твою-то мать! Хрена... Так тупо сдохнуть! Ау! Брата ранило! Эй, тут убитый зверь! Найти мне его! Не расслабляйся! Он прячется, найти его! Я не могу разглядеть, что там!